Друзья, всех приветствую. Напоминаю, что сегодня и завтра у вас еще есть возможность приобрести по зеленой акции с хорошей скидкой некоторые модели. Сейчас я их покажу ближе. И напомню, что у нас появились 32-е. Это то же самое. Ну ладно, давайте сначала по акции покажу модельки, а потом вернемся к ним. Интрига такая своего рода. Поехали. Значит, начнем с 204-х. Чем не красавец? Огонь. 314-е. Это у нас трехголосочки с регистром, кто не знает. До мажорки шуйские. 51-е. И Куликово поле. Как раз сижу сейчас ее, играю на ней, тестирую, так сказать. Вспоминаю туман сектора газа. Тоже с хорошей скидкой. Ну и давайте вернемся к началу, что я вас тут заинтриговал. 32-е. Это, в принципе, модели похожие на 51-е, только плюс с регистром. И, кстати, кто интересуется белыми снежными королевами, в ля-мажор, вот видите, их сейчас нету. Вот есть у нас беленькие, да еще и с регистром, 32-е. Ну и бордовые, синие, зеленые и так далее. На эти акции не распространяется, к сожалению. Но, в принципе, знаете как, если кто-то сейчас прям после этого видео напишет, думаю, 1000 рублей на пересылку можно будет скинуть. Ну, давайте уже так уж покажу общим планом. Здесь у нас, кстати, вот они, наши БУ. Это у нас на сайте они имеются. Ну, все, здесь у нас вот так. 301-е. Вот такая вот концертная заказная. Вы ее все знаете, видели неоднократно. Вова исполнял на ней. Куликовочка еще одна. Баянчики. Миди-системы, миди-гармония. Тут упрощенная, 4 штучки. Все заказывают люди в свои, либо в какие-то установку, а готовые, знаете, когда их нет, засыпают, а вот я бы сейчас купил, я бы сейчас вот прям, давайте мне, прям сейчас ждать не хочу. А когда есть наличие, что-то странно, не стоят пока. Ну, в принципе, сейчас июнь, все в отпусках на море, наверное, поэтому. Вот, здесь у нас вот так, а нет, это заказчика, это мы уже отправляем, человек заказал, все готовое. Ну и одна еще 314-я, чуть-чуть, и она будет готова, там осталось панель установить. Все, вот такие вот гармонии. А, да, здесь заказные тональности. Соль мажор, вот такие. Сейчас таких уберу. Вот такой вот у нас мини-обзорчик. Что еще тут у нас? Да, в принципе, все это у нас тоже готовое с миди-системой. Это тоже заказ человека. Готов, но человек... Мы изготовили раньше положенного, а человек говорит, ну, я ожидал в конце августа. Сейчас пока в отпуске, в отъезде. Ну и что? Ну, пусть постоит, ничего страшного. И вот такие две с миди-системой будут у нас. Не знаю, Володя обзор покажет, успеет, значит успеет. А нет, ну что ж, на следующих... А так, отправляем уже на следующей неделе с нашим заказчиком. Вот такие дела. Всем привет. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Поможем, подскажем, подберем любому гармонь под его нужды и по бюджету. Всем удачи!